течение более 20 лет наша экспедиция исследует столичный регион. Так получилось, что мы после обретения независимости здесь оказались в числе первой экспедиции, которая здесь была образована, организована, поэтому наша основная территория – это Акмолинская область, Пришимье, южная часть, Кокшетавщина тоже сюда же входит. Сейчас мы работаем с вами, работаем на одном из очень интересных, актуальных, проблемных памятников, которые касаются проблемы оседлости и проблемы, так сказать, кочевничества или некочевничества казахов, которые в исторической науке считалось, что у казахов не было никаких оседлых поселений, они вот беспрестанно кочевали в поисках воды и пастбищ. И, собственно говоря, в советское время в науке существовала такая точка зрения. И практически никто не занимался исследованием, изучением, раскопками казахских зимовок. И вот после того, как была принята программа «Сакральная география Казахстана», то те объекты, которые находятся в районе города Нур-Султана, Астаны, они были включены акиматом нашей столицы, были включены в список сакральных объектов. И в течение вот ряда лет мы ведем исследования именно на территории, прилегающей непосредственно к столице. Ну, естественно, в течение 20 лет мы вели раскопки самого знаменитого археологического памятника, городище Бузок. Оно расположено тоже недалеко, если так напрямую, может быть, километров 5-6. А сейчас мы работаем на объекте, который носит у нас название зимовки Козы-Кош. Они, ну, одной, так сказать, технически у нас памятники находят так называемых разведочных обследованиях. То есть мы делаем фиксацию, обходим берега рек, и поэтому еще в 2006 году, обследуя берега вот этой речки, речка называется Козы-Кош. Речка Козы-Кош, она соединяет воды Нуры и Ишима. Ее протяженность около 40 километров. Она течет с юга на север, вот впадает там дальше в Ишим. Имеет массу ответвлений. И вот на берегу этой реки Козы-Кош небольшой, она была активно заселена, видимо, 18-19 века. То есть здесь есть даже карты. Карты Омского генштаба, есть карты более ранние, Щербины карты есть, которые как раз показывают расселение этнографических казахских родов, которые здесь обитали, которые здесь жили. Скорее всего, жизнь, конечно, с точки зрения наших предков, она активно существовала здесь, конечно, до конца XIX века. В конце XIX века, к сожалению, происходят политические катаклизмы, которые заставили казахов изменить многое из, ну, из образа жизни, из расположения, из всего. А так, если посмотреть вокруг, то прекрасные условия, прекрасные пастбища. Вот в этом регионе от Астаны до Нуры на протяжении 40 километров находится 21 озеро. То есть озера, речки, сам Ишим, степные речки, Нура, которая находится чуть южнее. Это, в общем-то, благодатный край, который был активно и густо заселен. Вопрос изучения казахского домостроительства, археологии, он начал подниматься буквально недавно, последние десятилетия. До этого как-то ученые, археологи обходили стороной этот вопрос. Сейчас новая волна изучения этих памятников. Дело в том, что пока мы можем эти памятники изучать, используя также этнографические материалы. То есть в некоторых аулах, в отдаленных аулах можно найти дома, которые были построены по типу вот этих вот домов, да, которые мы сейчас изучаем. И мы можем не только археологические материалы, да, применять для реконструкции жизнедеятельности казахов в 18-19 веке, но также привлекать современные материалы, этнографию. Чем мы, кстати, занимались, приглашали тоже к нам в экспедиции этнограф, которые описывали жилище, убранство жилищ, структуру комнат. И действительно, если сопоставлять археологический и этнографический материал, то можно увидеть очень много схожего, особенно в части конструкции домов, как они строились, каким образом была организована жилая зона, хозяйственная зона.
по какому типу застраивались эти дома. То есть усадебный тип, планировку поселков, жилищ. Все это можно также изучить, применяя вот как раз этнографические методы. Повторяю, их никто в этих краях не изучал. Вообще у нас в археологии так называемое палеоэтнографическое направление, оно впервые зарождается в 70-х годах 20 века. Ну и в основном это были объекты, которые в ЖТСУ, в Южном Казахстане, там исследовались. У нас есть там специалисты. И только буквально последние, вот можно сказать, около 10 лет, как археология обратилась еще и к этой проблеме, проблеме изучения казахских зимовок. Здесь мы находимся с вами, вот мы стоим с вами на улице, на древней улице, ну, на улице, которая была построена. Вот эти вот холмы, это дома, которые здесь стояли. Вот здесь, видимо, русло реки, вот ярко-зеленая вот эта территория, это русло реки, оно, видимо, вот здесь протекало, то есть немножко ближе, чем сейчас. Вот один ряд домов, и там выше второй ряд домов. То есть здесь на протяжении 2 километров тянутся вот эти вот руины, развалины домов. Как датируются обычно такие памятники, которые относятся к 19 или к 18 веку? Конечно, самой удачной находкой является монета. Потому что монеты, которые обронили, они дают конкретную дату. То есть, положим, если монета была бы там середины 19 века, там 1856 года, из этого следует, что люди здесь жили, торговали. И, ну, к сожалению, монеты мы не нашли. Второй датирующий материал, который мы находим, это фарфор. Фарфор, то есть наши предки покупали фарфоровую посуду. И на этой фарфоровой посуде на обратной стороне есть клейма. Клейма завода-изготовителя. Ну, так, как и сегодня, когда вы обращаете внимание. Вот. И самые ранние клеймы, вообще фарфоровые, так сказать, производство, оно появляется, ну, естественно, мы будем говорить о царской эпохе, царской России, появляется в 1812 году. И уже тогда на этой посуде, на ее донце появляется клеймо в виде вот этого двуглавого орла. Позже немножко, в 1812 году появляется, потом позже появляются уже капиталисты, которые создают эти заводы. Одно из самых таких мощных объединений, которое существовало и которое торговало, видимо, с Западной Сибирью, с казахскими степями, называется «Товарищество заводы братьев Кузнецовых». И вот на обратной стороне, так сказать, бывает надпись «Фабрика братьев Кузнецовых». Известная история братьев, в смысле этих заводов. Известно, что они торговали до Монголии. Ну и, конечно, это еще с другой стороны, это говорит о том, когда начинается торговля, чем торговали. И получается, что уже в середине 19 века, во-первых, казахи уже пили чай, потому что посуда, чашки, блюдца. Во-вторых, они уже покупали фарфор. Следовательно, это была культура, которая необходима была для наших предков. Они жили здесь стационарно, конечно, они не кочевали, потому что фарфоровая посуда сама по себе уже является свидетельством довольно, так сказать, такого стационарного вида обитания, а не кочевого вида. Конечно, встречается и очень мало, но у нас встречается так называемая керамика из глины, то есть местная керамика. Она тоже очень удачна для нас. Почему? Потому что в данном случае мы можем говорить о том, что это место заселялось несколько раз. Окрестности города довольно богаты памятниками. В список историко-культурного наследия входит только порядка 10 объектов. Это из известных найденных. Самый главный из них – это, конечно, городище Бозок. Многие другие объекты. Только наша экспедиция на территории Астаны раскопала за 3 года 5 памятников. Это из известных. Нужно в дальнейшем проводить разведочные работы. Мы уверены, что памятников большое количество. Регион благоприятно здесь у нас. Довольно много водных источников, что в первую очередь было важно, да, для сооружения домов. Рек много. Вот мы сейчас с вами находимся на берегу реки Кузыкош. Это приток Ишима. Вот такие вот небольшие степные речки. Они всегда были местом притяжения людей. То есть это удобные и в первую очередь пастбищные угодья, да, и водные угодья. Здесь нужно искать не только зимовки по берегам этих степных речек, возможно, найти поселения и бронзового века. На возвышенных берегах обязательно в порядке будут сакские курганы. Также сакские курганы
следует искать на старых казахских зиратах. Да, довольно часто в нашем степном регионе, ну, примерная статистика, что 2/3 казахских зимовок, они построены на поселениях сакской эпохи. Между ними разница во времени больше 2000 лет. Ну, это такая ситуация, как и то, что казахские зираты стоят зачастую на сакских могильниках. Здесь тоже нашли, да, сакские как бы, могилы, да? Да. Но это связано, в первую очередь, с схожей, видимо, образом жизни, жизнедеятельности, то, что и саки, и казахи кочевали в одних и тех же регионах, по одним и тем же маршрутам, выбирали одни и те же самые пастбищные угодья и вели схожий образ жизни, несмотря на то, что между ними довольно длительный промежуток времени, но образ жизни у степняков за все это время, ну, практически не изменился. У нас есть косвенные данные, которые говорят о том, что этот поселок мог существовать в середине 19 века. За моей спиной находится казахский зират. Мы посмотрели. Самое раннее погребение, захоронение или могила, которые там, 1920 год. Ну, возможно, это могила, на которой написана дата. Возможно, некоторые могилы были без даты в более раннее время. Почему я обращаю внимание на этот зират? Потому что, конечно, он возник уже после того, как люди перестали здесь жить. Потому что никто не стал бы строить дома возле, так близко, так сказать, к зирату. Следовательно, это уже было к 20-му году, по крайней мере, или к рубежу 19-20 веков. Это уже была руинированная часть поселка, она уже была заброшена. И появляется, видимо, зират тех людей, которые здесь когда-то обитали. А вы знаете, что Акмала как крепость появляется в 1830 году. И до 1830 года, до появления, так сказать, вот крепости Акмала, которая вот здесь возникла, здесь жили казахи. Это была их территория испокон веков. Поэтому только с появлением крепости появляется, наверное, население другой этнической принадлежности. Там русские, славянские, может, народы, еще какие-то.